Кто такой Чингиз Айтматов? Я человек, который хотел стать кем-то в этой жизни, я кем-то стал. Месяцев, когда моя семья переехала в Минск. Сам я азербайджанец, родился я на границе, можно сказать, Азербайджана и Грузии, в Гордобанском районе, в село Джандари. Минск — это, можно сказать, Беларусь — это моя вторая родина, я здесь вырос. Начал заниматься в 9 лет тайским боксом в спортивном клубе Чинук. Сейчас вот мы открыли новый клуб Гридин Джим. И моя карьера, и начинал я... Первый мой вид спорта, чем я начал заниматься, это тайский бокс. И мой первый тренер — Александр Николаевич Ковтик и Андрей Сергеевич Гридин. Это мои тренера. Вот я попал в этот вид спорта и начал заниматься тайским боксом. Он начал заниматься, он пришел ко мне, я стал с ним заниматься как личный тренер в 16 лет. Я сразу увидел его феноменальность. Он уже был тогда 3 или 4 раза чемпионом мира по юниорам, по юношам. Вот. Но я ему сказал: Чингиз, подожди, профессиональный мир — это немножко другой мир, с другими законами. Придерживать в обучении. Он все время хотел учиться, идти вперед. Он хотел драться, выступать и побеждать. Я старался поменять его ведение боя, его тактику, перейти более к профессиональному спорту, к профессиональному видению. Надо доказать, надо подраться. К Сити Чай, с такими как Марат Григорян, как Джорджо Петросян, как Буакал Паром Банчамек. Я считаю на сегодняшний момент Чингиз один из лучших бойцов, но надо доказать делом. Вот. У него хорошая техника, у нас хорошие вместе планы. Но надо выиграть и стать номером один. Тогда мы будем говорить: мы самые лучшие на сегодняшний момент. Сейчас у нас закончился бой с Субсакорном. Я проходил тренировочный лагерь, Venom Training Camp в Паттайе. И были очень сильно готовы к этому бою. По всей тактике, вся тактика, которая была в ринге, она была уже приготовлена для Субсакорна, чтобы ему было неудобно с нами в ринге. Он не успевал за моей скоростью и не мог споймать мою тактику боя, потому что мы меняли каждый раунд, что-то новое придумали для него. Сейчас мы готовимся к К1 Япония 21 марта. У нас в Токио бой. Я защищаю свой пояс К1, который выиграл год назад. И сейчас проходим сильный тренировочный тот же сбор, потому что этот бой для нас очень важен. Мы едем защищать пояс, который выиграли год назад. Это значимый пояс для меня и для моей команды, и для нашего клуба Гридин Джим. После Токио у меня будет бой в Париж. Но еще у меня впереди большие планы. Я хочу дойти до них, чтобы мною гордились не только моя семья, и чтобы не только моя нация, но чтобы меня принимали и уважали так, как сейчас во всем мире всегда. Это я, Чингиз Айтматов.